Надо смотреть, чтобы солома была свежая. Зальем сейчас ее горячей водой, чтобы она пропарилась определенное время. Это будет примерно час-полтора. Разминаем этот мицелий теперь. Когда у нас слой образовался сантиметров 7-8, берем мицелий и просыпаем, завязываем, делаем отверстие. Вешенке не нужно очень яркое освещение. И начинают образовываться примордии. Это зачатки плодовых тел. Вот такие они красивенькие. Ой, ну вот эти, конечно, вот вообще красота. Вот красота. Вот такая она красотища.